Большой переполох в американском штате Флорида. В городе Палм-Бич на стоянку передвижных домов рухнул частный одномоторный самолет. Машину сразу же объяло сильное пламя, которое перекинулось на жилище. Эвакуировать пришлось всех людей в округе. Когда же с пожаром удалось наконец справиться, спасатели извлекли из-под обгоревших обломков тело пилота. Им оказался 64-летний бизнесмен, которого знали как очень опытного авиатора. Также в огне погибла и хозяйка одного из домов. Расследованием занялось Федеральное авиационное управление США, но причины катастрофы установить будет крайне сложно. Самолет выгорел полностью.